Доброе утро, друзья! Настал еще один прекрасный день нашей счастливой жизни на мосту. Мы в Ришикеше. Сейчас, мне кажется, часов около 8. Good morning. Мне кажется, девочка ждет. А? No, I want to see outside. Thank you. Хочешь, говорит, сесть? Говорю, нет, я хочу посмотреть, что тут, какая тут жизнь. Девочка с рюкзачком. Я думаю, она хочет комнату получить. Саши вчера весь вечер просидел на лобби, там лучше интернет ловит. У нас в комнате он почти не ловил. Вот. И он говорит, боже, сколько народу приходят. Есть жилье. И хозяюшка отеля говорит, нету, все занято, фул. Вот. Мы-то получили эту комнату только потому, что он заранее там за несколько дней позвонил и попросил для нас забронировать, как друг бывшего хозяина этого отеля. В марте Саши сюда приезжал, вот ровно год назад. Этот бывший хозяин, он представил всем своего сына как преемника. Потом он здесь организовал бесплатное учение, жилье и питание для группы молодых студентов, изучающих йогу. Не знаю, там человек 100, наверное, было. Вот, все это сделал и как будто бы вот закончил свои земные дела. И недели через две после всего этого он оставил тело и здесь вот был кремирован. А сейчас его жена управляет этим отелем. И отель популярный, мест нету. Вообще вот этот вот Ганга-вью, да, вот над Гангой, это самые лучшие считаются расположения, локейшн. Ну, они, наверное, тут самые подороже. Так, хочу я вот тех лошадок приблизить. Холодно, слушайте, как здорово, я не знаю, почему народу-то так много? Все скучают по холоду. Очень жарко. На юге и с юга все вот сюда приезжают. Чашечка путешественница. Утром в чайничке приготовила Саше чай, себе кофе.
У нас комната без балкона. Я не знаю, где сушить, если что. А вот смотрю, вот там может быть. Вот здесь веревочки развешаны. Можно там. Но Саши, как всегда, он говорит, мы сдадим просто в стирку. Говорит, большие вещи-то сдадим, а мелочь-то все равно надо самим стирать. Ночью тут долго-долго кто-то пел песни. Я уже уставшая была, не стала выходить смотреть. Пели, пели, пели очень долго. Шумные такие. И утром в 5 утра я вышла. Тут кто-то сидит, смеется, кто-то окунается. Ой, а там, кстати, мелко. Вот это хорошо, что я увидела, что девчонки не глубоко. Я там буду, если что, окунаться. Вот здесь, я так понимаю, она сидит, просто сидит на дне. О. Потому что обычно мы окунаемся здесь или вот там, где мальчишки вот эти вот. Здесь очень быстрое течение. Кажется, такая спокойная река, но на самом деле она достаточно опасная. Good morning. Может, даже йогой займусь. Hi. Вот эти сушат между колоннами свою одежу. Но у нас негде. Если только вот здесь веревки протянуть. Не очень красиво как-то. Хотя индийцы не заморачиваются на этом. Где тут еще есть? Внутри-то тоже негде. Вот здесь крючок. Здесь крючок, и вот там веревочки, эти решетки, можно привязать веревку. Совсем какие-то мелочи. Сколько тут метр? Еще раз привет, друзья. Слушайте, у нас нет зеркала. Намасте. У нас нет зеркала, и я вот челму накрутила в темноте практически. Ой, отец, мой лондри отец. Лондри-то забыл, стирку-то. Значит, обживаемся. Ну, зеркало Саши сказал купит, не знаю. Может, где-то я посмотрюсь, может, я как-то неправильно накрутила. Вот. Стирку, он говорит, что мы сдадим куда-то. Мелочи постиранные. Я вот там увидела веревки. Я думаю, ой, а я в этих кроксах, ну ладно. Увидела веревки, думаю, нас никто за это не осудит, если мы насчет и веревочку. Ну, я не считала, сколько, говорит, у нас тряпочек. Банданки, носовые платки, майки его постирала. Да-да, wire. MT, we will find MT wire. Вот и славненько. Да-да. Не, ну как-то ты роскошная. Для каждой майки по две. Прищепки. Так и не хватит на все. У нее там с холи сладкие пирожки. Какие-то вот пури. Еще что-то. Очень хороший завтрак, я смотрю. Ой, ну все, жизнь налаживается. Слушайте, нашли где сушить. Это очень важное.
коровкам будем отдавать какие-то свои фруктики, очисточки от фруктов, еще что-то. А мы не уезжаем. We not leaving. Он говорит, возвращайтесь. He tell next time come back. I tell we not leaving. Darling, I want to take water. Вот здесь вот фильтрованная вода. Вот. Чей-то донейшн, видимо. Ой, слушайте, ну чую я, что некрасиво у меня. Это челма, там я смотрю, что-то внахлёст. Вот эти жгуты внахлёст. Их надо... Положил птичкам еду. Вот туда вот печеньки какие-то. Вот этот вот молодой человек. Храм Рада Кришна. Как здесь классно. Слушайте, я не знаю, говорила, не говорила. Утром проснулась, стала загружать. И раза 4 быстрее, чем вечером загрузила. Вечером, наверное, на одно видео вот у меня часа 4 ушло, если вообще не 5. Ты где? Ну, и что спрятался-то? А что ты спрятался? Ага. Лондри. Вот здесь стирку будем сдавать. Самое ближайшее место. Завтра будет готово. 14 штук. Молодец. А? Ну, 200 рупий, он сказал, за все будет. Саша попросил у него дискаунт, потому что, наверное, мы тут месяц будем. Да. But they not iron. Они не глазят. Он говорит, я не знаю, я тут первый раз сдаю. В некоторых местах Гуа, например, вообще не гладят. Только стирают. Намасте. А, вот здесь вот у нас какой-то магазинчик появился, идли. Вода. И он вечером так есть захотел. Он идли вода, вернее вода принес. Очень много людей. Они, видимо, с юга любят такую еду, скучают по ней. Здесь не было идливада. В центре Ришикеша там было. Мы ездили, когда скучали. Что тут они сейчас едят? Везде такие тибетские лавочки. Вот здесь вот эти вот можно поесть, они любят тоже. Я их бомж-пакетами называю. Мне многие написали, что бич-пакеты называют. Новый храм. Ага. Ну его тут покрасили, отреставрировали. В общем, здесь это очень популярная тема. Бич-пакеты. Вот прямо на улице могут тебе заварить кипятком и покормить. Они их нудалами называют, макарончиками. Ну, ну давай. Это хорошее место. Orange juice. How much? Ну спроси. Китна? 50 рупий, один стаканчик. При тебе сделают.
Он хочет, чтобы ему... Вот видите, там все время вода. Чтобы убрать. Просто не знаешь, какая вода. Мне написали, подумаешь, воды добавил. Это же надо, типа, разбавлять ведь. А я не знаю, может, из того ведра эта вода. Поэтому я уж лучше выпью сок и запью своей водой. Лемон? Не... А, в смысле хом? Да, давай, хом. Да, да. Угу. Лимон, имбирь, чай. Я вчера, я вчера просила его купить, а он говорит, не нашел. Он купил вчера вечером несколько помидорок. Ну, take do, do. Enough. Later we will take. Две возьми. Две рупии, десять... Ой, две штуки, 10 рупий. Пять... Да. Пять рупий одна. Спасибо. Вот такой вот целый стаканчик. Здесь, конечно, очень вкусные мандарины. Это не помесь лимонов там с апельсинами. Это настоящие мандаринчики, сладкие такие. Лук. Even main bazaar, main road. Да. You have to shaving yourself. Хватит уже барствовать. По 70 рупий он здесь бреется. Говорю, раньше сам брился. Что за барство по доллару отдавать? Лучше вон сок пить. А, this big, big, да? Ну, but this big, we will find smaller. Манго какие-то принесли, это, наверное, еще старый урожай. Еще не готовы ж манго. Самые первые в апреле начинаются. Данева. Коровка пришла за Момо. Фалафель бар. Момо и фалафель бар. They tell. They call. Старое, говорит, место. Да, мамошки тут частенько тоже ели. La Bella, love you. Ресторан, кафе. La Bella. А вы из Ава Зорба? Зорба. Вот здесь было Зорба. Да, здесь? It was... Поменяли имя. Yesterday I met this man, I know him. He was working. He showed me one room here, remember? Uh-huh. Two small bed, bathroom. And 1 month, 12,000 Very small room. А, очень маленькую комнатку вот здесь ему показали за месяц 12,000. Называют это теперь Намасте кафе. И у них есть Wi-Fi. Вот и в этом. Это окно. Green, green. Green. Вот где зеленая стена. Очень маленькая кровать. Ага. И шумно очень выход на эту сторону. У нас комната прекрасная, бига. Вообще отличная комната. Место нашей встречи. Этот городок Ришикеш. Как же ангелы-хранители наши бедные старались. Такой квест, чтобы меня сюда отправить и его сюда отправить. Трудно им пришлось.
Monica collection. This is your Monica. Тут вот девочка Моника. У нее и лондри тоже, и массажем она занималась. Maybe she's married now. Может быть, замуж вышла. No brother, no mother, no father. She was alone. Да. Вот тут магазин такой. Как же хорошо, когда не так уж жарко. Not so жарко. It's very хорошо. Потом. Learn Hindi through English. Изучать хинди и через английский. За короткое время. Его любимое дерево. А у него уже и деревья, нету листиков на этом дереве. Оно сухое. Как же было хорошо ночью. Ветер к утру сильно поднялся. Все окна там у нас открыты были. Сквозняк. Прохладненько. Собачка деловая, такая Холли играла, вся еще разноцветная. Play Холли. Боже, какой вид. Смотри, какой, а какая птичка, бёрда, скворец какой-то. Yeah, small one. Small one. Where's your family? Mama, papa. He independent. Oh, yeah. Независимый. Oh. Mama, try to be inside. Здесь, да. Здесь так узко. Он переживает, говорит, старается тут за него прятаться. Дешевенькие бусики всякие. Я вроде вот перекрутила, но так, на ощупь. Так еще и не добралась до зеркала, не знаю. Саши сказал, купит. Ой, а есть же у нас это. Девочка вот смотрит телефон. У нас же есть камера, можно же было в камеру посмотреть. Ой, ну я такая отсталая, непрошаренная и не додумалась. Что это вот за домик такой, интересно? Старенький такой, да. Окна замурованы. He policeman? Да, проходим мимо полицейского участка, что ли? Нет, нет, вон там полицейский участок. Значит, какой-то охранник. Я не пойму, кто-то кричит по-русски. Доброе утро. Я поворачиваюсь. Он в такой, ну, форме, в зеленой, как полицейской, хаки. Мне кричит. Доброе утро. Я говорю, доброе утро. Он говорит, как дела? Выучил, короче, русский и радуется, хвастается. What they write? Who donated this one? Говорю, что здесь написано? Он говорит, имена тех, кто пожертвовал на эти скамейки. Вот уже одна обвалилась. Некоторые вообще прям вросли в землю. Вот он, полицейский участок. Лакшман Джула. Здесь, наверное, какой-то баба в саду. Спит. Здесь вдоль реки вот этот вот путь. Здесь просто машины не ездят, очень удобно. Вот с
Саши сказал, между нашим мостом, вот там мост Лакшман Джула, и следующим мостом Рам Джула, где-то 1,5 километра. Ну вот будем ходить туда-сюда. А вот если туда вниз спуститься, там очень крутой спуск, но там есть небольшое местечко, где можно купаться. Такой тайный пляжик крохотный. Ну, окунаться. Мы туда ходили раньше. Давно. Все магазинчики закрыты. Там были люди раньше. А здесь кто-то, может быть, спит, а может, торгует. Йога-академия. Академия там. Везде тут академия. Вообще, конечно, Ришикеш считается столицей йоги. Здесь много где можно учиться, заниматься, получить даже сертификат как преподаватель. Ой, не знаю, я уже...